То есть на телефоне его открыть. Так, ну короче, вы поняли. А, человек... стоп, как я на себя не подписан, как я вижу. Если бы можно было подписаться на себя. Смотри, ты переходишь на свой канал, получается? У меня на винде тут приложение. А, да, винда. Сейчас, дай. Он здесь пошел на первый канал. Вот оно будущее. Я понял. Привет, мама. Ясно. Теперь какое у тебя приложение? Ладно, на Android оно тоже с задержкой большой стрима? Нет, нормально. Тут задержка секунд 30 будет. Это про чародея сейчас. Да, про чародея. Чародей, свап, крути, соответственно, или свои карты. Да, дропы пошли, по-моему, да, дропы пошли. А какой-то битрейт ты выставил? Я ничего. Король. Стоп, 30 FPS это нормально. Ну, короче, походу, рефстрится. Ну, король, он, типа... Кто он, есть, кто спрашивает. И, во-вторых... А не знаю, вообще слышно или нет, ну... Не знаю, если там убили его, а. Ну, кода сам отгадывай. Там, короче, люди, короче, не знают, кто... Здрасте, уже. Я вот... Я чародей. Я сюда. Остальные сюда. Ну, короче, мы тут будем во что-то играть, и да, это да, будет ни хрена непонятно, наверное, со стрима. Второй, короче, сюда первый наш ящик. Даже если не убили на это. А если меня убили, то это будет? Наверное, тут будет убили. Из магии. Из магии, да. Так, короче, чат я, походу, не смогу читать. Короче, его квартал нельзя ломать. Это актуально будет для вот этого чувака. Кайпа узнает. Наверное, потому что я из диалога. Не, в принципе, всех видно. Более-менее. Вот этот парень. А что значит, когда вызывается роял, тот же вызывает король? Ну, ты король. А что значит, вызывает? Кто вызывает меня? Я вызываю. Ты король? Ты бывший король? Ты преемник, ты новый король. Тот, король, он вызывает короля. И теперь новый король. Новый король дальше продолжается. И в чем полностью вызывает? Просто говоришь. Там есть прикольно. Типа, когда корова там переходит, там могут происходить какие-то штуки. Ага, ну понятно, какие-то фитости есть. Есть еще, короче, одна... Спрашивают, какие покемоны Манчкин есть? А если не выходит, кто королев? Кто вызывает? Ну, там типа... Можно было показать, но... Ну, можно. Давайте покажем. Не знаю, насколько это было видно. А, Минка, да, узнал. Ну, естественно, я... Игорь читером передать привет. Привет. В смысле, я же гадаю. Нет, я больше. А Менжи спалили. Кстати, Менжи вообще не видно, кстати. А, спалили мяч, спалили. Мяч. Он не сможет скрыться от камеры. Сейчас все да, стрим с другой стороны, блин. С Нотр-Дайр. Так, ну что, я все пропустил. Нотр-Дайр, расскажи, дай больше. Привет, Боша. Нет, ты что? Спалили. Да, он меня там уже узнали. Боша. Хайп. Алгеран, еще 1000 ников, которые я вам не сказал. Ты мне, наверное, слышал. Привет, Боша. Пофиг. Давайте следующий по правилам уже. Так, давайте ты баланс закончим. Да, да. Слушай, дальше. Король был. Короче, у меня сейчас по-быстрому. Каждому случайным образом, на каждый ход каждому достается новый персонаж. Почти случайно, ты выбираешь, неважно, что у тебя. Да. У тебя будет новый персонаж, и сейчас рассказывают, и все ходят по очереди по персонажам. Сейчас рассказывают, что каждый персонаж делает на свой ход, и какие у него специальные способности. Его портал нельзя убивать. Это делает вот этот парень. Портал будет особо, потому что он связан. Он парень ломает порталы. Вот замечу, что у нас семеро, а как восемь. Значит, восьмого не будет. В этом вся суть. Епископ бесполезен. Восьмого не будет, если у нас семь. Нет, ты же сам выбираешь в начале роли. Ролей восемь, а человек. То есть ты можешь быть восьмым. Одного кого-то не будет в одной роли. Если короля не будет, значит король остается.
продолжает стареть. Я убью, не знаю, он погибает. Так, этот парень ломает кварталы. Вот эти два, короче, хитрые жопы. Вот эта жопа, короче, когда он делает действие, ну, типа, берет две монетки, либо одну, он заодно еще берет одну монетку просто так на халяву. Ага, окей. Всегда, короче, одна монетка. Одну монетку за каждый квартал бонус? Просто ну, помимо того, что он зеленый. Все, я понял, все цветные. Он берет за все зеленые, плюс еще одну. Да-да-да. Все цветные берут за свои кварталы, купец просто одну монетку получает. Просто то, что он купец. Еще одну монетку. Вот этот парень делает, например, то, что купец, только с картой. То есть он берет либо две монетки, либо одну из двух карт, и при этом берет еще две карты. Да, Данил. Да. И он может две построить. Данил, привет. Три. Надеюсь, ты меня узнал. Да, это мой дом. Он большой. Я живу хорошо. И шумный. В моем доме живет 30 человек. Здесь полработа, да, уже. 9. 9. Один берет халяву монетку, а другой берет халяву монетку. Вопрос. Совсем на халяву. А последний разрешает партнерство. Да. Все, отлично. Так, а теперь для Судалова, в чем вы сейчас короче, сейчас мы раздаем 8 карт персонажей и идем по кругу. Первый выбирает из 8 свою роль, второй из 6 и так далее. Ну, не так, мы туда дальше прикупили же, ты последний выбирает из 2. Короче. Ну, каждый... по порядку все. Да, да, да. Потом каждый по порядку строит кварталы. Нет, смотри. Дальше, соответственно, есть король, который называется, соответственно, очередь, типа ассасин, то ассасин, соответственно, скрывается и начинается его ход. Соответственно, потом, как только ассасин закончит ход, соответственно, дальше вор, и дальше по порядку, соответственно. Только называется новый король, то корона переведется тому, и тот уже чувак будет дальше продолжать называть всех по порядку. Вот. Это так, да, хватит у меня воровать. Ты куда что-то воруешь? Соответственно, дальше. Что делает твой ход? Твой ход первым действием ты можешь либо травнуть две карты, выбрать из них одну, положить обратно. Карты это квартал, соответственно. Либо травнуть две монетки. Монетки нужны на то, чтобы строить потом квартал. Травнуть две монетки, посмотреть на них. Сколько монет? Монетки это вот, деньги условные, на которые ты будешь строить квартал. Квартал строит деньги, стоит денег. Например, на руке вот такая фигня есть, у тебя есть две монетки, правильно, две монетки, Смотри, одинаковые кварталы строить нельзя, чтобы 8, цель построить 8 кварталов. 8 кварталов, как только кто, любой человек строит, игра заканчивается, начинается подсчет очков. У кого больше всего очков, тот выиграл. Да, но не обязательно тот, кто 8 кварталов выигрывает. Потому что кварталы, сколько возможно. Строить, столько очков дают. Если ты построил много, больше, да. Много однодневных кварталов, возможно, ты сольешь. Если ты первый построил, там... Да. Вот, как-то так. В общем-то, все правила. Дальше мы называли по ролям, кто что делает. Ассасин убивает любую роль на этот ход, и тот, у кого эта роль не ходит. Вор называет любую роль, кроме ассасина. И прет у него, соответственно, деньги все. Чародей. Дорога спрашивает, когда начнут проверять типка, начнут все шарят. Мы играли, мы кого-нибудь как-то. Разведные читеры. Кстати, Зорга, ты знаешь, что мы тут обсуждали первым делом? А знаете Катрипу? О, давайте про Катрипу говорим. Роли? Роли в открытую выбираются, не закрытые. Нет, закрытые. До того, пока тебя не было, все равно открывается. Я очень такой... Кстати, а мы DLC-шных персонажей убираем нафиг? Убираем. Они их нет. Их можно воткнуть вместо... Но это после опыта. Просто здесь есть. Что-то нет, хочется быть королем. А ты не будешь королем, ты будешь императором. Так, кто тут? Я себе не должен. Мистик Шэдоу, привет, Мистик. Что-то происходит. Да, у тебя видеомикрофон очень плохой, голос вообще. Да, у меня ужасный голос. Микрофон. У меня ужасный голос. Микрофон ты еще. Данилов банк. Так, ну короче, ничего личного, у меня короткий. Хорошо. Мне нравится эта кнопка. Хочешь на свеч, а тут мы. Куда ты? Ой, уже не видно. Одну карту я... В смысле игры не включаю? Закрыть, включили игру. Играешь. Четырить сложно. Дайте год надо. Карту можно сложно. Так, значит, теперь я выбираю первую серву. Почему ты выбираешь?
Разве не раздается просто? Не-не-не, мы выбираем по очереди, каждый выбирает из меньшего пула. А где прикуп? Вот этот прикуп. Он не важен. И первый выбирает, я так понимаю, сюда король. Первый выбирает сюда король, да? Я выбрал, передаю сюда, и я сюда выбираю. Так вот в чем бонус пройдет. Не понял, что выбираешь? Ты выбираешь себе персонажа. Берешь одну карту. Ты смотрел или да? Смотришь, выбираешь роль себе. На этот ход. Здрасте, хочешь, чтобы мы всем представили справа-налево, но мы сидим по кругу, что значит справа-налево? Оттуда. Ну, видишь, на мониторе есть да. Право, есть лево. Ну, допустим, выбрал, и что дальше? Дальше. Передаешь дальше. Да, дальше представляешь сейчас. Передаешь дальше. Здрасте, слишком много хочет. А, нет, только уже увидите. Что? А я могу это показывать? Нет, нет. Я больше не могу. Покажи чат. Так я же говорю про это. Да, да. Выбирай. Кварталы всегда стоят 2 золотых? Или... Нет, они вообще по-разному. Вопрос, что он подал на звездочку, мы будем знать. Ну, это типа... Ну, типа из дополнения. Это штаб читера. Звездочку видно только читеры. Сразу парень. Это трансляция со штаба отряда борьбы с Хэппилом. У нас, да, мы уже, сыграли в Хэппел, на самом деле. Мы уже прошли, трекнулись однажды. Два раза уже? Помню, когда я первый раз... Даже Гейт с таким блоком был. Что дальше? А лимит на карты есть? Сейчас пока еще персонаж выбирается в конце. Привет, Максим. Короче, тебе дошла одна карта, и одну карту выбираешь, положенную, да, получаешь. То есть у меня все-таки есть выбор. Всех. И куда ее держишь? Одну себе, одну выбрать. По-моему. Так, значит, король вызывает ассасина. Я ассасин. Молодец. Ты знаешь, кого ты убиваешь? Ну, ты можешь выбрать, можешь не выбирать. Нет. А, не может не выбирать? Окей. Называешь роль, тот чувак выпускает. Давай, убьешь шагодея. Вот, теперь твой ход. Это был Куклин, Ван Гэль. Фу, Хайд. Дьявол нас хранил. Выбираешь либо две монетки взять, либо одну из двух карт. Декстера под столом нет случайно? Нет. Проверь. Давай, проблема. Там у нас что-то монеток маловато. Ну, можно мне следующее что-нибудь использовать. Насыпем сейчас мелочи. Мелочи насыпем. Вот, ну и можешь чуть-чуть. Не рассчитываю. Вообще, на самом деле, ассасин в, при большой игре почти наверняка кого-то убивать будет всегда. В этом есть. Понятно. Просто играешь втроем, ассасин промахивается часто. Втроем больше, чем четвером. Зато если ты убиваешь одного из трех, то это намного больше бонус. Такой просто. Король вызывает вора, а это я. Пожалуйста. Я ворую у купца. А видите, что я не ворую? Да. А купец свой ход потом тебе будет давать? Да. Понятно. Это купец. Игорь предлагает в кооп сыграть 7 человек, каждый бы нажимал свою кнопку. Я грубил монетки и ничего не делал. Кнопок. Позвольте на рестарте. Последовательность разве не значит сначала действие, потом постройка и только потом же свойство или нет? Вот это в любой момент. А, в любой момент. Свой ход ты можешь сделать что-либо из-за этого. А может они применяют свойство? Ну там так и нужно. То есть я могу от тебя не планировать? Может, да. Ну если ты понимаешь. Хороший ассасин. Никого не будет. Типа как на Дэнди похож. Ты не первый человек, который так говорит. Я вызываю труп чародея. Чародея. Окей. Я что, не хочешь сказать, что ты чародей? Ты последнего выбирал. Ты знаешь, что. А ты можешь сказать сейчас, если никто не выбирал. Да. Ну да, там чародей. А, то есть ты убил. Что? Это было логично, очень честно. Я остался, будто это. Сейчас происходит какие-то мега-иголки вообще.
Майнд гейм просто. Okay. Ладно, я король за короля. Ой, это я, привет. Да, король ходит. Я не могу ничего строить, потому что один из этих чуваков кондотьера, что я не построил, уже снесет. Ну ладно, Мин, ты говоришь, что мы желаем помочь на игрока из Warzone России по Overwatch. Да, но не дешевая фигня. Может, то, что сам и построить, если интересно. Снос, снос стоит, короче, денег. Да, а сколько стоит? На одну дешевле, дешевле, чем постройка. А, окей. Это бесплатно будет. Ну да, единичку бесплатно. Ага. Не, не все равно ничего бесплатно. Так, я вызываю следующий епископ. Когда мы успели говорить о сходке? Ну, у меня это как-то... Епископ вскрывается и начинает свой ход. Епископ, да, епископ. По правилам, соответственно, ты... Так, ты можешь либо взять две карты, либо взять две монетки. Ну, я не карты строят сначала по самым полезным. Монетки, если платишь, мало монеток, а карты, если мало карт. Удивительно. Ну, я монетки где брать? Вот эти. Из банка. Валяюсь. Одна монетка есть, так и все, и деньги кончились. А, типа, если мне монеток достаточно, я могу что-то поставить. Да. И карта стоит. А монетку одну надо? Две. Две монетки. Так, он много мелочи. Да, нужна мелочь. Можно у меня. Вообще можно там стрелять в другое... Другого дополнения? Да, можно. Другого набора? А, потом расстрелим по два набора. Ну и просто монету. А, ну, не золото. Потому что ты говоришь со сходкой, ну... Да никогда, мы просто так пришли, это не изметрово. Случайно в антикафе все пришли, и туда мы тут все. Не, не, EFC застретили. Да, да, мы встретили. Сначала поели и пошли. Нам еще вообще не трогать. У нас два маленьких. Коксу приехал. Случайно всех не все встретились. Вот он в Москве же куров маленький. Ну да. Да, тут все, все человек. Слишком легко найти. Если надо поесть, идешь в EFC. Я вложил в банк. Больше же идти некуда. Я пока твои деньги уберу. Похрен. Раздели тебя. Без разницы. У меня там было победитель. Точно это победитель. Звание было плохо действовать. Ну, 50 рублей. Ну, Данила плохо. Да куда пошел ты? А, без спойлера. Прошел второй. Не, он... Он токи-токи играл. А, уже следующий начал? Это же что, прошел токи-токи? Ты прошел токи-токи, Данил? Ты Данил? Спойлер. Спойлер. А, еще кто-то дальше идет? Дальше ты можешь что-то построить, а можешь что-то построить. А, я? То есть вы что-то взял монету, если мы построим? А зачем мы не строим? Ну, если ты хочешь монету строить, то ты можешь монетки накопить на дорогой квартал. Ты можешь пока не строить, потому что, я не знаю, допустим, кондотьер. Так может быть, и твои здания хочет разрушить. Нет. Захочет. Не будут. Не может, не будет. Ну да, это не повод не строить, но, допустим, повод строить не сейчас. Допустим, настроен, да. О боже, что он делает? Значит, я три сюда. Да. Здесь лэнджи. Везде лэнджи. А, у нас это. Квартал же в открытую строится? Да. Типа он что-то строил? Я ничего не строил. А, ты... Хочешь снести? Вот кто строил. Я боюсь на них напрыгнуть. Ну, конечно, да. Все, король, что? Вызывай дальше. Я вызываю. Подожди, а действие у него? Его хабло не взял. Епископ. И все, у него пассивка? Да. Шестой купец. Которого деньги все стоят. Передать, пожалуйста. Так, тогда давайте один золотой за каждый квартал. Зеленый. Нет, а вот только ты за свои кварталы получаешь. Нет, он купец. За каждый торговый ты, зеленый квартал. Когда действует, ты после действия получаешь. Тогда беру два золотых. Он за каждый зеленый, который есть при всех, что ли? Ну, я же сказал. За каждый зеленый, а каждый, который у каждого есть. А-а-а. Здесь нет? Прописано другое. Здесь не написано свой. Ну, ты считаешь, что надо за свои себе? Я считаю, нет, что надо с каждого собой. Я не знаю, что я не понял, что считать, там написано ничего. Ну, хорошо, пусть считаешь? Будет свой. Ну, ты один получаешь на халяву. Потому что... Все еще жду, когда бенч будет уворачиваться от смертельных карт, пишет Данил. От яблок, пишет Мишка. Ну, тогда все. Это классный карт. Все, следующий.
купец, король называет зодчего. Зодчего, да. Да. Что я, соответственно, делал? Две монетки. Правильно выбираешь. Да. Две карты. Ты то и другой берем? Не, я могу выбрать, что я возьму, и потом еще взять, например, две карты. И построить три. Сделать почему? Интересно, чуть-чуть очень. С тремя очень слышно. Слышно, да. Слышно. Но не видно, если на карточке не стреляют. Окей, да, строю два квартала, трачу четыре монетки. На картах объяснение. Всё. Король вызывает кондотьера. Здрасте, это я. Привет. Да, это антикафе. Просто беру две монетки. Окей. Тот, кто проиграет, будет спидранить за два. Ну, в смысле? Мы тут в My Little Pony играем? Да. А я же... Следующее поколение. И теперь следующее поколение строит то же самое дело. Все, мы проделали один цикл. Да, давай, давай. Спасибо. Это мои кварталы. Ну, он мне отдал сюда. Я не понимаю, ну, блин, чего вы с этой роты? Все, короче. Смотри, это один ход закончен общий. Теперь новый ход сейчас начинается. Мы опять выдягиваем роли и дальше продолжаем игру. А почему роли меня отбрасывают? Потому что меняются роли. Игра такая. Я могу. Ну, типа другие поколения. Купец потом правителей рождает, там прочее всякое. Роли меняются. Да. Как бы сказал, да мне сейчас за цигей. Я буду ставить для того. Надо же какую-нибудь легенду выдумать. Надо. Просто, надо. Просто потому, что это игра. Просто такая... Сейчас такие здоровые. Проиграешь, играть не могу эти два. Что? Не знаю. Рыдая, хватит долго выбирать роль. Долго выбирать роль? Да. Я знаю, кто она. Опять король. Конечно, я люблю быть королем. Я не защиту выиграть, это очень мало вероятно, зато я буду королем. А зато это не наказание, пишу. О, да. Что за мой кутекер? Не знаю. Не знаю. Это слишком жестоко. Это типа судок. Ну да, это хуже, но по типу судок. А, ну он даже судок. Все в порядке. Шутки, типа, как всем всегда заходят. Я никогда не шучу. Выбираем. Что-то не выбираем. Я начинаю, и все, рандом. Надо бы рандомно. Ну, формально такой стратегии, там мы тогда уже не будем. Вот, я считаю, что это самое важное. Сообщение все читаю я. Ну, не только король. Король вызывает ассасин. Но именно зачитывает, то только я. Ассасин я, ассасин убивает купца. Ассасин берет две монетки. Что-то по-разному, больше никогда не делает. Шипов. Не, я просто... Король оказывается вором, как всегда. Давай, короля. Радар сначала король, потом вор. Следующий чист. Сначала. Я так. Вор, сначала король, три прошло, потом вор. Конец. Не, не конец, я говорю конец. А.
король. А я могу? А, я вор. Я беру. Да. Я беру две монеты и строю комиссию. И строю я его за три монеты. Король комиссии. Давайте вы на листочке клеточку коллапс сделаете. А я не король, а я король. Еще я вор, не король. Король, вор вызывает человека. Можно еще попробовать суровый аттракцион, взять онлайн в реальной жизни. Прижаться к чем? Да. Влететь мне. Чем влететь? Нужно просто прижаться, бедно. Если вы по очереди нарисуете метод на листе, я вставлю его в угол. Каждый ставит что-то. Кто-то скром две. Было шесть. Я тоже помню, что было шесть. Что? У него шесть было. Почему четыре? Кто взял отсюда две монетки? Убери, соответственно, две откуда. Пусть будет шесть. Ладно, короче, я трачу 5 минут. А, идет рубль. Айван и пипит антикафе в моей тишине. Next. Король вызывает короля. Надо же, вор остается королем. А, да. Король вызывает епископа. Что, епископа тоже нет? А, нет. Не задал клинический епископ. Просто там это... Давай, ходи. Да? Да. Мы же тебя назвали сейчас, твой ход. Тебя вызвали. А, вначале что-то построить или... Сначала... Или карта. И честно... Смысл не ворует. Ворует король, простите. Нет, понимаешь, он даже не храм, а там церкви ничего. Почему отсюда? Постройка? Сюда много построек. Король создал без звукоглавы. Все? У меня там застройки есть. Вообще. Блин, просто маяк, это логичнее, что... Кстати, да, он развивается наверх, так сказать. Портовый бизнес, епископ. Ты, короче, можешь из колоды взять одну карту. Выбор наш. Этот же ход или следующий? А это вечный бонус или один? Потом, да. Ты настроишь. Выбираешь, типа, да. Может, пока Седал собирает, то я вызываю... А, сколько смертей? Он может быть Mortal Kombat. Он должен быть. Он должен быть. Кто купец? Кто мертвый купец? Уже Инжайз. Кто мертвый купец? Почему храм стоит дешевле, чем церковь? Следующий. Король вызывает Зодчи. А, да. А сколько у тебя их было? Три? Мэдичу привет. Передаю. Привет, Мэдичу. Мэдичу. Ну, я беру... Тебе нельзя будет своровать монетки, если ты сам. Две монеты. Я просто знаю, кем продаем в следующей жизни. Я, кстати, первый момент уже. Все? Кто возьмет ассасина? Все? Все. Последний вызывается. Король вызывает кондотьера. И это опять я. Наследство, все наследство. Беру две монетки. Нет. Сразу же я сейчас посмотрю, что я построю. Тронную зал устрою. Поехали. Шикарон. Поехали со мной после моего дня рождения. Ты понял, ты королем в следующий раз будет? Теперь не важно, получается. Если короля не скинут. Ну и теперь я сломаю интонер. Просто вопрос. А можно Да, не стал.
Король закончил вызывать, и королю сдается 8 карт. Да. Так, сдал, ты скинул карту. Все, все. Так, я вот единственный момент, когда я выбирал карту, там типа мог выбрать короля, но ведь уже был короля. Нет, если ты выбираешь короля, это старый король. Тебе трон переходит, когда ты типа подписан. Да. Это типа принцип. То есть, когда называют короля, то все, корона тебе уходит следующему королю. Так, примерно. А до этого корона... Да. Дарь, докажи, что ты лечил. Проиграй. Прыгни. Возьми не вора. Я не могу два раза прыгнуть. Сделай даблджамп. В воздухе. Разбирайте происходящее на мемы. Он нарежет гифку с прыгающим Редайром. Давно мечтал. Редайр хэппи. Снос один. Отбой. Карту забыл. Карту забыл снести. Я случайно просто снести. Не, учитывая, что это только для тебя, хуже бы сделал бы я. Я только с кипком мемов не сделал, да, это правда. Он со мной кучу мемов сделал. А это спорт, да? То есть четверг. А я сейчас вот Гай Ваня. И никто здесь не Гай. Потому что мы все wannabe, а никто из нас нет. Тебя можно Гаем старшим назначить сам. Минку, раз ты год сколько в ЕКБ. Чит-худ склад. Чит-худ. Кто убирает? Кто-нибудь играл с модели про мясо? Вот я, скорее всего, играл, потому что я все это примерно помню. Звучит убедительно. Да. Ну, я помню, что я занимался выбором ролей и постройкой кварталов, но я не знаю, цитадель была или что-то другое. Точно на стол? Может, это в реальной жизни. В прошлом реальной жизни, скорее. Возможно, я отбой. Потомский дом, дочь, там, я не знаю, ассасин, еще кто. Будет ли курсовой конкурс? Не знаю, кто у вас, скорее всего. Король не вызывает ассасин. И убиваю, пожалуй... Давайте убьем епископа. Одна граница. Так, вот епископ всех поставил. Почему нельзя сказать, убиваем рода? Значит, ты проверяем. Может, вообще не будет просто убить. Король вызывает вора. Опять мог. Король — это вор. Кто бы мог подумать? Вор ворует. Ты берешь деньги? А нет, я вор, а не король. Я не могу взять деньги. Это ведь так. Нет, того, кого обычный. Король. А, да. Король берет. Что за спорт, типа, без бухла? Бухло равно чем? Вор, правильно. А я могу строить больше одного заправника? Только за учетом. Король вызывает... Главное, что зашел в чат
какой-то неизвестный чувак и возмущается, что ему не нравится. Но мы не пьем вообще, типа не бухаем. Это фангеймер. Что стоит в дашборде? Креатив? Да. Креатив, без бухла не креатив. Я беру, короче, две монеты. В смысле, я вообще не пью. Я никогда в жизни не пью. Это только еле-еле два человека пьют. Я пью за половину. Я тоже за половину, наверное. Все, 2,5 эти человека набрали. 2,5 алкоголик. Король закончил? Надо подумать. Думайте. Так, что было? Сейчас чародей. Блэка бы сюда, нет, ни за что. Только не Блэка. А сколько у тебя карт? О, у меня тоже две. А ты конкретным игроком можешь или конкретной роли? А, с игроком, окей. Чего вора книжечка? Да. Потому что он начитан. Давай. Чтобы воровать, надо читать. Ну вот, у него книжка, значит, нужно читать, чтобы стать вором. А, смотри, короля. Король не умеет, да. Все, прыжок вот так, да. Корона называет короля. Чтобы королева не надо читать. Корона уходит. Корона уходит. Ты получаешь один монет. Тронный зал получает одну монету. Ура. Все, теперь сюда позвать, наконец. О, господи, игра замедлилась полтора раза. Попросите взять две монетки, либо взять две карты. Окей, теперь дальше называешь. Теперь ты вызываешь следующего игрока. Вот. Теперь ты вызываешь. А кто ты? Ты был прав. Нет, по порядку. По порядку. Сейчас епископ. Мертвый епископ. Это на этот ворот. Я хочу спросить, а ведь... А, я понял. А, я понял. Я как вор знал, кого убил ассасин, поэтому я не мог спереть. Мертвого. Я ведь тоже вызываю пароли, поэтому нету. Да, типа он все написал. Окей, купец что-то делает или как? А. Купец мертв. Нет. Меня обокрали. Меня обокрали. Во-первых, у тебя была вообще отличная альтернатива между убийством и быть обкраденным. Ну теперь вы поняли, почему купец последний. Плюс еще беру один золотой. Купец, по-моему, был. После этого он, конечно, хоть что-нибудь строил. Потому что никто не хочет проходить. Какой же купец без своей лапы? Нет, купец в этом сбросил плохо. Поэтому его никто, кроме последнего, взять не мог. Потому что я знал, что ты вор. Потом, следующий, как не в этот же. Судя по порядку, сначала было действие, а потом свое действие. Ты это полностью знал, а я знал, что ты вор. Постройка же не что вора там не оказалось. Все, следующий. Так, беру деньги. А что значит фиолетовый? Беру три карты. Ну, фиолетовый это типа волшебный. Знание с потухами. Короче, они не принадлежат никому, нету класса, когда можно сделать. Но... У них есть эффект. У них есть эффект. И, короче, получишь больше очков, если у тебя будет знание всех сверху. Фиолетовый получится. Забанить не надо? Забанить не надо человека? Давай я за тебя залогинюсь. Нельзя. А что у тебя осталось? Ну не получится. Жаль. Так, король вызывает следующий. А у него денег на месте нет. Не, он сейчас возьмет две монетки. У него 4 всего. А нужно 7? Надо меньше же 5. Надо меньше, ну там 5.
Все равно не пойдем. А мы можем торговать монетками? Монетки. Если что, мы запомнили вас. Второй конец. Сдаем конец. Королю. Король мешает карта. Да, король, ты мешаешь карты, одно выкладываешь прикуп и выбираешь тебя. Ну что, анархия? Тут при налоге вообще ничего нет. Так, еще раз, если я эти карты мешаю. Короче, ты выкладываешь одну прикуп и выбираешь из семестра. Выкладываешь одну случайно. Будет ли у нас потом снять король или снова епископ по нас? Епископ потом колается логично. Выбирай. Выбирай одну формулацию, другую. Я тратил. Да. От этого была репрессия, потому что король был король. Король вор — это олигархи? Нет. Я бы все надо карту свою чушь какая-то. Ну, троллят же. Там колоды крапленые дают. Крапленые колоды уже убрали. Осторожно, тут можно попасть, надо сыграть. Сколько лет, по-разному? Ну, смотрите, мне 7, сюда было 6. Сколько тебе, Редайра, не помню? 20. 12. Значит, Бенжу около 14, он самый старший среди нас. Они новые. У них нет возраста. Да, они еще не совершенно взрослые. Они еще не родились. Король вызывает первого. Это очень важно, что ты сказал. Король вызывает на соседа. У тебя корона, ты король, пока следующий не король. Первый вызывает соседа. Я должен убивать сразу или можно потом? Неважно. Я... Кому отбанить? Ну, я забанил тебя, не пиши в чат. Ну там это разу на налог, но только зеленых своих. Я говорю, гуменоломни. Она ничего интересного. И плюс я за это, за свои действия я уже получил золото. Вот в этом из них нет. И вообще, я просто, чтобы меня не ограбили, это сделал. Но давайте я убью барабан. После этого построил. Окей. После этого я мало брать уже не могу. Воруби. После этого уже сдавайте. Погоди. Скрывается убитый вор. Если вчитываться нормально. То вот, поднимите свою карту. Я поднимаю. Вот, хотите меня ограбить? Нормально, да. Вот, теперь ты убит. Так будет с каждым. А, кстати, да, вор может обокрасть ассасина? Я мог тебя не убивать, я просто очень хотел. Тебе везет, по-моему. Все, чародей. Чародей лежит, следующий. Король. Король скрывается. Опять королевский. Король! Нет, король. Прикольно. Тронный зал получает монету. Тронный зал получает монету. Я вызываю эти. Ленин меня забанил, я не могу писать в чат.
А, у него типа есть такой. Последняя карта класса. Она выливается в начале. Сейчас, как не король называется, следующий. Уже на основе. Карта сброса играть исключает Александр. Епископ, значит, епископ. Она выбрана была? Я видел. В смысле? Там ничего не чародей было. Нет, нет, он чародей. А он был король. И все такие на девочек обернулись, там чате написали. Следующий. А, вот серьезно, король в чате, как бы, тем все равно, что ты в нет вышел. Король. Король не Косрав, король. Я знаю. Он закончил ход? Да, я называю... Что у вас? Нет, у вас в порядке. Какой странный? Купец живой. Что? Это то, что я не играл не оптимально, не хотел убить ассасина. Да. Ассасин может тебя убить? Ассасин убивает ассасина? Так. Получаю одну халявную, получаю две таких, получаю одну за... На формальной точке зрения программирования я могу убить ассасина и пропустить следующий. Но тут написано, что... Я читал, типа, дополнение к правилам, да, там, типа, эти моменты как раз были, там точно, типа, поэтому. Что, типа, эти вещи, они не связаны. Ну, нет, раньше, поэтому, если я дойду на войске, не могу. Так, я называю... Ты берешь две карты. Да нет. Веселости с этим. Ты как хотел бы читать? Веселости в чате. А, нет. Ничего. Не разделиться. Ждала предлагать девочек. А, да, нам предлагают девочек, типа, и пытаются нас поить. Пусть высылают. Высылайте деньги на алкоголь, мы их потратим на камин. Да, интересно. Рынок. Я умею читать. Ну, свои 12 будут. Окей, да, я называю его как кондитер. Чтобы никто ничего не ломал меня. Раз, два, три, четыре, шесть. Сломаю, пожалуй, я маяк. Да, я маяк. Он мне сказал, дайте мне сказал, чтобы я купил. Карта все равно не хочет. А что маяк делал? Он давал обычный автор. Каждый ход? Один раз. Зачем его ломать? Неважно. Окей. Я ломаю, потому что я могу. Я вообще не зачем. Ну все? Все. Карты сдаем. Где там? Говорящий выполняет фанты из чата. Обещаем, будет весело. Котик. 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 Если не валит. Он сам. Можно котиков сейчас стримить, но он туда унести. И все, пускай смотрит. А эти эффекты фиолетовые, они всегда один раз выполняются? Иногда как? Да, у вас это моя, не знаю. Курла!
в этот раз побуждал лапкой. Не, я просто такой, я сижу, короче, представляю, какую карту я сбросил, и понимаю, что у меня 8. Потому что он старше. Если бы можно было тут побить старше, вообще. Тебе снова не начнем. 12. Видишь, тебя видно. Снимаем Венджа. Это не пример, ты гуляешь. Привет. Это 12, все. Привет, Декстер. Еще раз. Это спортивно, они с шагомером скрочатся. Я тебя забираю. И они нужны будут. Если получится. Бору в карман. Хочешь фокус показать? С карандашом. И он исчез. Надо с карандашом идти. Роли пика. Что за дичь, да? Что за дичь? А, да, привет, гопник. Так, привет. И смотри, только я ему ответил. Привет, гопник. Кстати, да, сейчас читается как встреча. Здорово, гопник. Ковтри будет только на... А, еще из К2. Да. Нет, ну, на рестримов-то нет, на YouTube там. Да. Но на ПК-2-че, да, есть. Блин, на ПК-2-че сидит только Бойни и обсервер. Это еще бывает. Это не сидит. На Ютубе же еще бывает. Это там иногда появляется. А сколько зрителей у тебя на Твиче? Сейчас. 19. 20, чатик зрителей. Пикай. Не лучше показательно. Не лучше показательно. 19? Нет, ну просто большинство зрителей с Италами сейчас здесь. Ну, как обычно. Хотя нет, один есть еще. Поэтому никто никогда не знает, что пожелать девочек предлагать. Если только никто не посмотрит. Инструментик, да, поэтому никто ничего кричать не будет. Да. Главное, чтобы вынес один, как бы, знаешь, пару бедных. Так, король уже знает, что все. Так, да. Да, встал уже в войне. Ну, блин, у меня маяк разрушил. Я не знаю, что это. Так, как это самое? Джон Уик. Я типа должен что? Ты называешь роль? Может, я заработаю. Да, ладно. Дайте я. Логично. Теперь делаешь свой стандартный ход. Деньги, там, карты и прочее. Масло. Нет, масло уже было. Теперь деньги карты. Ну, типа, да. И я могу все еще построить. Да, одну постройку максимум. Три. Кто-то предлагает, что типа пусть люди рассказывают истории, а тот как-то слишком не живо. Предлагают про армию, про зиму и про К3. Кто выбирал игру, не знаю, они выбирали, я на столках не шарю. Про К3. Давай рассказывай про король. Я выбираю. Я про армию. Кто бы мог подумать? Не было короля. Не было. Зодчего? Да, Зодчего. И я беру первую. Строю таверны. У нас стрим. И так как у меня парк, и у меня нет никаких карт, то я не знаю, если никто не позовет. У нас есть только мне кушать. У нас всего лишь по 100 подписчиков. Чародей. Тут зал вмещает до 25. Но правда и бросил. По 2000. Викторина будет? Какая викторина? Можно выбор тем, пчеловодство, физика, Камиле. Физика за 300. А 3 за 1000. Викторина в подаче. Пожалуйста, забаньте этого человека. Дальше запрещать обсуждать. Да. Венчри пикнул. Что происходит? У нас чародей. Пройти пятый секрет вообще.
Да, да. На стрим же. Умничка, контент. Все хорошо. Забанят. А что такое Марсово поле? Не знаю, это просто типа... Все нарисовано. Ну вот смотри, здесь люди с когтями. Все. На Марсе? На Марсе. Как-то не входит в тематику игры. Рэп батл на тему фангемов. Ну да, красная же карта. Спасибо. Рэп батл на тему фангемов? Да. Рэп батл? Ну типа мы с Рэдером будем батлиться по... Чувак, лучше меня фангейм раннее. Я прошу вас. Бейсболку выдайте. А будет это бухло. Сейчас называется король. И ты тоже король. Я тоже король. А король не меняет, значит, потому что король не меняется, и тронный зал не получил. И даже не блок. Я не знаю, я знаю. Епископ. Епископ. Если кто-то сносит, то как надо сказать. Снос был увяжен. Не сноси епископ. Следующий вызывает. Я вызываю... Пса. Ты думал, что ты сложный как Хафил, а на деле оказался проще, чем Данил. Проще, чем Данил. Не собираюсь. Я вызываю вот того самого. Понятно. Зочи упирает у меня одну монетку. Зочи. Почему он не выходит? Ты же знал, кто это первый. Он не мог взять никого. Он хотел быть зочи. Я много бабла хотел строить. Логично, логично. Я хотел карты и сбрасываю одну. Потому что я дочь. Я могу себе взять две карты, я могу еще взять две карты. В смысле, взять две карты, если бросить одну, потом себе взять две карты. Да, все, следующий. Мертвый. Встаем ролик. Нет, я постоянно кондотирую. Постоянно все ломаю. Я либо две монетки могу взять, либо две карты и одну сбросил. И за свою обвилку я еще могу взять две карты. Поэтому я взял четыре карты, одну сбросил. Потому что я могу заходить, ну, как бы, действие взять две, скинуть одну. Понятно. Кому-то нужно сбросить пару. Две монетки. Все, это все правильно. Билка Зодчего просто две карты взять. Это мы брать не две монетки? Да, одну из двух карт. Я монетку решил не брать сейчас. Да не, приди порядок. Зодчий берет не две карты. Ты брал две карты сразу. Нет, он Зодчий. Значит, было одну надо. Он Зодчий, вы правильно. Он Зодчий, вы правильно. Да, не бойся, Ренджи. Две карты, я одну скину, тебе ты не хочешь. Это просто обилка любого. Это как любого, я понял. Просто я этого не делаю. Я сейчас первый. Да, получается, все модераторы да. Тоже здесь. Все модераторы, кроме Данила, тоже здесь. Почему нет бэкграунда с Мадичей или хотя бы сеткой? Мадичи, приди, порядок наведи. Это кто все? Ну, Герган, я не помню. Надо же видеть сетки, все окей. Ладно, теперь меньше знает, давайте поехали. Смысл уже был. У нас и король резко сейчас меняется. Король был. Я в прошлый раз был ветеран, но все равно был. Вот это как? А у Мэдди интернет. Рафлейфер проходить. А, да, точно был. Ну, бери. Эй, Вэнс, что? У интернета ни одного ходил к нам. Из единицы. Я не читер, я доказал. Давай прыгай. Кто выбросит шестерку, то давай не гам. Как ты выбросишь шестерку, то читер. Халява. Дерем. Да, я не знаю.
фигня. Опять Алданом. Эй, чувак, ты как пишешь, ты же забанят. В смысле, ты же забанят, да? Слышишь, забанят. Тебя Ленин забанят, а что? Ни у кого не бомбит. Опять единица. Читер? Не, вот это. Катри мне выпало 2, 1, 2. Сейчас тебе это важно. Основной этап каждой игры в цитадели. Вот поэтому он и хорош в пангеймах. Все просто паров упикают, а Рыдайр тут сидит и 5 минут над ходом думает. Кого упикают? Затикайте или кто-нибудь. И всем засветил карты оставшиеся. Никто их не видел. 4-4 подряд. Я их видел еще когда это было. Был у меня лука. Освещен сам процесс. Вот это слышишь, давай монеточку. Так, я называю Софи. Софи? Это я. Ну ладно, все. Все. Кстати, опять 4. Вор должен сидеть в тюрьме, надо тюрьму построить, чтобы было 10 лет. Я убиваю. Это вкусно. Вкусно. Я убиваю. Окей. Вор. Вор в тюрьме. Подзываю. Я вызываю. Ну тут, кстати, пианино стоит. Хотим уже быть королем. Я беру две монеты. Мне постоянно. Смотри, понимаешь, если он король, то он ходит первый, у него все бонусы, он выбирает из 7 разных ролей, и он всегда выбирает король. Стоп, что? Если король не сбросит, конечно. Ну, это вот так и было, когда я был королем, король сбросил. Да у меня скоро рука. Когда в руки махал. Епископ? Епископ? Там же пятый. У нас есть епископ. Давай, да. У меня был выбор кондотьера, но я решил, что пора бы его что-то менять в этой жизни. Я же выгоден кондотьер, он нас снова послабит. Я вызываю курса. Я вызываю следующий. Пора валить точки. Можно короля? Нет. Сколько за чем можно построить? Зато 3. Зачем? Нет,
Какой-то перс сладкий, да, на дамаг сам себя сладкий. Next. Я вызываю... Главное понимание о сходке, нет, это странный стереотип о сходке, что обязательно должны пускать. Поэтому он и ломает. Что не будет дурацких зданий в конце. Просто не будет знать. Не знаю, что там. Форт. Максим устроит в Беларуси сходку. Сходку в Беларуси? Всех белорусских фан-геймеров позовет. Конец. Конец. Кто предлагает выходить? Да, какой-то рост. Да. Короче, забудь по-разному. Обязательно должен. Это говорит то, что мы собрались, а что давно не стоит. Там уже не надо. Рисую, рисую. Могли бы подраться в студии. Да, вот. Сидим в улику. Я буду рад смотреть, как уже кончается. Непременно. Я в общаге насмотрелся, как люди понимают. По полночи. Уже вырос немножко. В смысле, люди могут там... Нет, я знаю, что люди могут не бросать. У меня сосед из таких. Не следовать его примеру? Конечно. Нет. Зачем? Старше он мудрее. Старше, ладно, старше. Не намного, но старше. Да. Он же человек семейный, наверное, нельзя сказать. Нет, это прикол новый. Ну что, король берет короля? Король взял короля. Ты хочешь, чтобы тронный зал получал монету? Тактика. Почему здесь это? Потому что они тут в Москве. Да, в палату. Третий нет. Не понимаю, я под мужиков просто встречаю. А что там? Ну да, женский не будет. А мы? Я не представляю вообще, что это значит он действует. Даю кредит. Даня блокером G. Можете показать, сколько у кого карт Я так и думал, я смотрю на эти карты, может так быть. Какая же разница 18 плюс 18 плюс? Если он первым внутрь придет, он будет нет. Привет, Сипот. Ну и брать себе обратить. Забанил. Нет! Клуб не совсем анонимных фан-геймеров. Король все объявил. Не совсем анонимных. Совсем не анонимных. Да нет, ладно, не совсем. Король все объявил. Надо слушать. Король может время успеть? Нет. Клуб не анонимных фан-геймеров. Блин, что я не думал, что надо было тебе модуль выбрать. Так, король уже это сосед. Поеду. Ассасин. Да. Ассасин. Ну ладно, ассасин вместо того, что у нас не будет принять. Точно, не надо, не сдохнуть сюда. Хотя даже не знаю, как он. Да. Где потом ручка? Ну, бывает, ассасин. В принципе, ладно. Ну, блин. Ассасин, ассасин, ассасин. Ааа! Ассасин убивает.
Чародеи, тоже, наверное. Как вы относитесь к Хардстоуну? Можете потом ответить. Не играл. Да ладно, только не покрылся. Четыре человека. Ассасин начинает короля убить. Ну, в Хардстоун я как бы не играл, только в Варкрафтах и в Варкрафтах. Зачем? Зачем? Потому что я не могу. Да. А как король вам? Я смотрю, да, что боры легко королями становятся. И наоборот. Строим, короче, музей. А, и кошмарки пришел, сразу воровают. Хорошо, Мирку, без проблем. Приход вы можете положить под музей одну карту с руки, вашей первой. Вы получаете одну очко за каждую карту. А если его сносят? Все, я буду попадать. Я сразу пойдешь под нее. Хорошая идея. А ты можешь обидеть? Да. Король называется Айдиш. Да. Есть еще воровать и воровать. Окей. А тут поле для деятельности. И дамы ждут его. Они еще в тот не играют. В смысле, я не играю в тот. Один раз было. Я их убирал на Один вечер. Раз не дотер. 680 часов в доте. Да, подъемный блок. Ну не сейчас. У меня время. У меня... Ну да, я. Он чародей. Он чародей. Окей. Не вляжу. Но зато у меня в КС более 1000 часов, поэтому не беспокойтесь. Я так понимаю. Я взлаю короля. Я мятно. Окей. Король уже не переходит. Не переходит же. А, переходит? Да. Не знаю, по короче подбирали? Король вызывает епископ. Нет, доступно. Из могилы. Епископ. Я тут! Следующий короля убивал. Я что-то из-за того. Кому как надо. Единственный король не вор. Сюда. Раз не давай, потому что я тебе король. Смотри, я не хочу быть вором. Отвечаю человеку в чате. Смотри, получается, каждый человек проводит свое меня перебивают. Купец. Купец. Парк. Следующий ход. Называй. Король называет. Зачи. Я Зачи. Я не знаю, чем короля убил. Вообще нелогично. Кстати, я беру налог. Пропускаю ход. А я мог взять налог до того, как меня убило со слугами? Да? Вроде говорил, что я могу взять. А, в доме налог. Значит, макропод сейчас будет. А у него только один квартал построил. А ты взял один золотой золотой? Да, только зачем? Может. Максим. Вот теперь контатьер. Бля, думаю, зачем воровать? Потому что визия пифа и дайра будет на чародея. Так, а что должен получить за каждый квартал? За каждый красный квартал. За каждый красный квартал. Если я имею красный квартал. За свои. Только за свои, хоть это и написано.
В конце хода может разрушить один квартал на самом выборе. Один золотой. А, типа, допустим, тут я три столько, могу заплатить разрушить, да. А зачем? А, ну, у кого-то выиграл. Номинант. Нам предлагают стримить в качалке. Лучше не сломать. А, помазать? Не, обязательно. Дорого. Вот единичку ломается бесплатно. Зачем меня-то? За что? Я бедный купец, ты что? А, за единичку бесплатно? А за что? Вот там есть один. Там есть один. Я бедный купец. А что там? Вторая штука. Дозорная башня. Дозорная башня? Да. Дозорная башня. Тоже дозорная башня. В смысле, да, просто может, одинаковая стоит. Да, все. Давай у него ломать, у него больше. Все, следующий. Вот. Король вызывает. Девятого? Король не вызывает колоду. Король вызывает персонажа. Да. Король вором становится. Каждый день 3 подхода по 20 игров, 80 сложностей. Сколько месяцев у тебя 4 кристалла на животе? Я мать. На яблочко. Я сосед. На яблочко идут хоть играли. Кто выиграет, там вот 1000 яблок. А, эти яблочки? А эти яблочки? Блэк Джек пришел. Редайр, привет, я тебя узнал по твоей бородке. Привет, Блэк Джек. Хотя бы твой реквест, короче, обнуляется. Хороший бонус. Меня узнали. Нет, ну, Блэк Джек узнал тебя. Ну, нет, знали. А меня-то как-то не узнал. Блэк Джек узнал. А, вы стал в конце. Да, я с ним крутой фото в конце. Да, узнал. Блэка узнал. А Блэк узнал, он как узнал. Зрителя смотрят. Смотри, вот здесь Зорка сидит, его вообще не видно. Он шифруется. Зорга, помаши руку. Дианон по отпечаткам пальцев. Давайте сложим короля. Главное не корона. Главное не корона, блядь. Король может двора повесить. Он сговорится. Все. Следующий. Я могу перед этим? Нет, ты можешь построить сначала. Типа построил, как бы, у тебя ноги. Да, я же. А, то есть так же можно? Охренеть. Четыре. Рыжер опять четыре. А, четыре пошли. Все, я забыл. Окей. Все, отлично. Король вызывает. Да. Новый король. Я ворован. Я ворован.
Я на карту, я до этого буду. Ну, смотри, плюс бонус, я не думаю, за хотя нет. Ты всем даешь. Вот. А что, я теперь последний, что ли, выбираю? Я отказываюсь от всякого. Я узурпирую. Следующее. Король вызывает епископа. Епископ ходит. Два одинаковых портала нельзя. Там нельзя, да. Ну, либо поменять. Смотри, есть каменолом. Если построить каменолом, ты можешь строить два одинаковых. Или можешь свапать схему. Окей, следующий. А, привет, Даня. Даня вернулся, я скоро... Даня вернулся, Андрей. Камер есть, когда у тебя зарплата появится. Данил пришел. Данил, ты плохо работаешь. Данил, с умом сработал. Его зарплата. Вор ворует зарплату Данилу и передает ее Редайлу. Епископ. Который не выполняется. Все? Следующий, купец. Кто бы сомневался? Что? Что не купец? А что, а какая разница? Купец, забирайся просто. У него бабла нету. Встань. Знаешь, что бабла купец нет? Но он не представляет. Купец, не закончили код. Нет, это что? Ты вообще не работаешь. Я не работаю? Да, вообще не работаю. Ты просто пропил камеру такой. Ты забанен. Просто не работает. Да. Чародей, я кастую заклинание. Каждый день. После марша. Я уже не знал. Дочи. Надо было голову всем, кроме типка, на негров заменить. Я особенный. Ну, там, а тут человек один матерился в чате и обзывал нас всех. Геями называл. Кошмар. Я сейчас поить пытался. А сейчас куда-то пропал. Ночью завалил на ход. Да. Называется кондотьер. Это палево. А, кстати, Дракнул так и не пришел, блин, лентяй. Он в Москве живет. Я, причем я ему говорил, приди, он говорит, ну я подумаю, короче. Там одни классы. Он сейчас себе деньги в карман поставил. Я на халяву он еще поставил. Один поставил, один ушел. Ну да. У меня острота, видите, в конце зеркала. Через три хаты без рабов. Без рабов. Да. У вас два сзади. Что? Что-нибудь. Два классных храма. Да, и хай. Четыре монеты и можете. Кого угодно разрушить, если хочешь. Привет, Карина. Смотри, ты должен считать, 8 карт могут построить и выиграть. Значит, те, у кого 5 карт, ты выиграешь. А те, у кого 6, выиграют еще быстрее. Покупай, то все харасит начали. Мы отняли все бабло, все а карты, все дали кровь. Карты? Конец хода. Да, я буду выбирать карту вторым. Пока я не попал, блядь. Шесть карт. Опять мне просто естественно. Я бы пора мочить. Вообще вот это пора мочить. Не, ну бабло ты тоже. Не, ну если кто-то тут так, не может. А у меня же сколько надо? 4. Ну вот, 4 плюс 6. А, 4.
А может ставки пошли? Второй же. Кто первым 8 поставит, то скорее выиграет пока. Хотя Макс там сыграл. А Алс играет Макс. Он керри. Пока что там корабль был. У тебя разные цвета. Я у меня не сел. Ну я понимаю, что все. Плюс он в обзоре только так снимает. Но у тебя музей. Да, музей. Музей хорошо. Все, кто 8 первым составил, то уже будет 4. Сейчас у меня 4. У меня же будет синяя. Ну все, все началось с синего. У вас по кристаллике есть каких-то разных? В смысле я Терри? Я столько не слышал. Я слышал. Настольная пища еще на 180 часов получал. Сейчас выбор персонажа. Кто больше? Там дроп, кстати, не пустили. Фараона не знаю. Меня вообще только Данил знает. Не тайны, что ли, да? Совершенно не заметно. Чипи подрубил инвиз. Только тоже не знает. Король называет это жизнь. Ух ты. Как поворот. И кого ты убиваешь? Я дочь. Дочь убивают. Окей, так, я ходи. Да? Да. Ну, ты можешь построить, можешь деньги взять, соответственно, все как обычно. Ты берешь карты и веди. А у тебя какая монета? А, я могу деньги давать. Окей. А, могу карты? Либо ты карты, я думаю, что ты просишь, либо две монетки. В смысле, это не монополия даже. Берешь две карты, а то выбираешь. Да. Нет! Ой, да, Дань, мы за ней играем в каждой балаке. Дань, мы играем на деньги, каждый стилится по 5000 долларов. Окей. Называет собор государя Касова Сиона, что будет быть. Вор ворует у Кандахера, вор берет лекарство. Показывает вот эту штуку. Вор строит за 3 монетки монастырь и уходит молиться. Вор строит монастырь. 6-6-6. Итак, вызывается чародей. Согласен. Вызывается новый король. Получает одну монету за тронный зал. Одна здесь, типа. Вторая здесь. У меня его настоящие деньги на ура. В смысле, это невыгодно. Окей.
Вызываю епископ. О, еще раз. Епископ конфет 18+. Три монетки. Одна за франк. Остается. Да, я строю библиотеку. Да никто все даже. Что делать? Если вы решаете своим действием тянуть карты, оставляйте в руке обе руки. Отлично. Вызываю фикса. Все боятся спалиться в читах. Особенно я. Я чит. Клипите. Так, ну я в любом случае за два красных беру пару монет и просто беру пару монет. Какое наказание за читы? Ну, человек должен... Ты выигрываешь. Общественное порицание. А ты выигрываешь, что я тебя любят. Порицаю. Думаю, что ты скилловый. И сношу музей. Вот у него 7, кстати. Ладно. Теперь понятно. Он хочет знать, кто выиграл, чтобы я все равно выиграл. Я тебя запомню. Кондотьера? Но там под музеем там были под карты, музеем, которые уже были бесполезные, но музей дает за них очко. Очко за каждым. У него суммарно очень много очков набирается. Теперь в игре набиралось. Чтобы выиграть, надо было еще 4 поставить. Кстати, по очкам. Конечно, все равно. Нет, все. Новый ход, видимо. Ну так-то. Значит, у тебя сколько? Короче, у кого 0 карт, бери чередей. Без проблем. Все причем. Пусть чародей в сносе, то все. Опс, позаботься, чтобы чародей был в сносе. Что такое дазер? Все равно возьмем. Что такое дазер? Что? Дазер. Дазер? Игрок такой, как бы сказать. Кто? Повтори. Дазер? Не, дазер. А, ну да. Привет, Рим. Кто за первого? Я хочу это сказать. 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 А, не может сломать. Ужасно. Нет, там он вроде может сломать, но там игра все равно закончится. Ты уверен? Насколько? Мой план разрушен. Ну, кстати, это было бы жестоко, что когда тебя всегда был валил. Нет, тут просто написано, если кто-то пишет, это скорее всего действие. Мордал, текущий раунд доигрывается до конца, и после этого игра завершается. То есть не важно, сломал, что ты сломал. Не, здесь не написано, что я чего не могу сносить порталы. Интересно, что зачем можно сходить в портал? Значит, зачем можно сходить? Ну, брат, тут ничего не понятно, скорее всего, из-за стрима. Да, двигайся. Интересно, как это сказать? Да, микрофон бронированный. Я сейчас на микрофон не буду шумить. Даже тикай иногда слышно.
Иногда. Меня почему-то все слышат там. Нет. На стриме? Ну да. Я удивлен. И такой же микрофон там, короче. Я подключу. Последний. Мы сейчас полезли. Вообще рандомно. Я хочу смотреть его. Если бенч пикнул первым, может было не так гейм, но понятно, что бенч пикнул. Отсутствие на пика это завершает. И вторая карта. Пикается ассасин, устроится последний квартал и все. Как ему пикнули ассасины? Как ему только ассасины пикнули? А я первый беру. Нет, я говорю, если бы... Джек, если бы я просто без пика. Я сейчас играю просто как не дать венжи выиграть. Понятно играть. Конечно. Не, я согласен. Если ты играешь, не дать кому-то одному выиграть. Поэтому выходить на первой позиции всегда хреново, тебя начинают фокусить. А вот на второй позиции можно. А там тебя начнут играть. В смысле? Можно, я уже с ней первым был. Да, сейчас второго просто завалит. Потому что музей песен всех. Не надо было по рукам. Один на одном плече. Ну да, просто выиграть не скоро. Хотя, господи, у Венжа еще есть вариант епископ, его никто ничего не сломает. Вариантов выиграть как бы масса. Нет, смысл. Если он спонит, он будет кодом что-то построить, он не будет с тобой. А, сломать можно только. Ну, потому что 8 построить. Почему 8 можно ломать? Ну, там не написано. Это написано дополнительно. Если это как-то... Ну ладно, тогда нам конечно. Спасибо. А прикуп? Прикуп взяли сейчас. Уже? Это единственный шанс не дать Бенжи выиграть в этот ход, это прикнуть ассасина и убить Бенжи. Еще вариант обворовать. Кого бы он убил? Что он на ноги берет? Я убиваю чародея. Ну, построить великую стену. Теперь, короче, на один дороже сносить мы не можем. Я вызываю вора. Попробую, дочу. Дочу. Правильно, выбрать того, кого вообще не нужно. Блин, я если не помогу брать, то я короля построю. А король, он сам не нужен. Ну, похвально. Я бы сам возьму, потому что купец не дошел, потому что король дошел. Потому что я видел, что купец не полетит. Я его оставил специально, чтобы все пикнул, потому что я не знал. Я вот это взял. Я стримим. Окей. Все? Ну да.
ход закончен. Он называет... Нет смысла сейчас настроить. Сколько номеров или макро? Нет, точно не макро пойдет, его порывали. Все сюда. Кстати, моя игра закончилась так. Зодчи что-то делает? Да смысл сейчас все равно делать. Да, показывает агаты, которые мы построили, если не будет денег. А, да, подошли. Окей, next. Последний, красный. Опоздал я сейчас. Надо посчитать, я слышу. Я точно проиграл. Нет, так это сейчас... Что-нибудь будет? Зависит от того, кому что сломаю. Будешь носить или нет? Нет. Мало ли. Сломаю. А ему нельзя уже. Разве? Что за две монеты на поместье? Я вопрос за твои деньги, то есть сначала такого себе. Там какие-то здания были, а то... О, он кухня сейчас была. У него красных нет. В конце игры вы получаете одну очко за 4 монеты. Блин, монеты. Блин, нет. Получает одну очко за каждую монету. У меня красного нет. Надо сказать, у меня радуга. Нет, это очень радуга. Все? Все. Окей, подсчет. Подсчет, считаем. 5-4. Явный проигрыш. Пять, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, плюс радуга, 25. Отлично. Сейчас, монеты тоже выйдем? У меня стагер на монеты. Тоже 14? И у меня радуга вот из-за этой вот херни. Я сказал, что у меня красных нету, но у меня это за красное считается в конце. 25. Да, поэтому не сейчас. Не, у меня шанс, потому что мне никто, что мне вот он не спалит, потому что у меня радуга не снесли. Не, у меня с радугой 22 было. С радуги я типа. А у тебя сколько? 25? А при равных очках вообще на самом деле я 4 еще выиграл, потому что сравнивается с изданием. У меня по чистым зданиям, по-моему, меньше получается, я сам забонусы. Да, там в полных правилах написано, в случае, если типа, несколько человек одинаковые эти, то ничего. Ну, в смысле, там по чистым построенным кварталам. Хотя нет, можно если Данил все еще как-то исполняет свою обязанность. Я как бы основной построенных кварталов. А, 21? Не, у меня, по-моему, меньше. У меня от бабла и от радуги, соответственно. 6-9. 7. Если бы меня не обкатали, я бы точно стащил. Ну да, там вообще... У меня было то, что... А, теперь еще это так. Они считаются партнером. Это по вашему выбору. В принципе, 12-13. Вы бы у тебя морс воровал, но я на самом деле думал воровать зодчим, когда я был вором, я думал, зодчего воровать, соответственно, или кондотьера. Я думал, что если венш долго выбирает, то значит кондотьера вот он взял. Вот и все. И... У меня вот чисто, соответственно, деньги, очки, конвертки, ВЧП, это все. В общем, да, я почти выиграл. Так, по правилам у нас одинаковое количество. Можно сказать ничья, всех никто не построил. Нет, делить не место, это самое сложное. Да? То есть, как мы в Вольтексе. Ну,
Сейчас. А я выиграл. У тебя больше патрик. Да. Так, я забираю свои патрики. Нас не выпустят. Я не хочу. Не заплатят. Не, могут выпустить. Потом спускать и взять их вскрыть. Может, нас покурить выпустят на крыльцо. Ну, в принципе, да, кстати, можно. Ты проиграл. Я проиграл. Что, Радар, будешь топ-5 играть? МК. Я может помню одно комбо. Продолжаем, если мы что-нибудь сейчас играем. Я возьму того, с кого я. Что, перерыв? Давай я попробую Вайзубай играть. А ты можешь тогда на Mortal Kombat или нет? Не надо ли я пускаю? Тут никаких нету. Это же не мой дом, это дорогой. Качать придется. Можно показать мастер-класс по Нигману по его? Можно. Да, мы полно, по-моему, но Mortal Kombat застримите, все. Ну, какая не играет. Ну, стримить монитор такое, на самом деле. Ну, да, нет, в смысле, с камеры монитор снимать, качество будет. Кстати, блин, а точно, Абсидер же профессиональный этот Mortal Kombat. Вот именно. А как вы это сделали? Надо просто как-то их обоих. Ну, давайте попробуем. Не думаю, что выйдет, если честно. Так у вас есть рыбка? Ну, я бы мог взять, если бы мы об этом подумали. Ну, да. Что я боюсь убавить? Давай Back the Entrance. Да. Ну ладно, давай Байзубай. Байзубай. А, блин. А у тебя опера есть? На этом, на кроме. Фригейт. А что-то нет. Фригейт у него. Ну он скрыт просто. В смысле, ну он отключен, что ли? Включил. А сколько нажать? Запрещенные сайты. Что? Продали? Весел. Ну, вроде прикольно. Ну, я проиграл, но не весел. Да, что-то против акцербера. Да, рандомный, соответственно, оба-оба. Кто выпадет меньше номер, тот играет против акцербера. Нет, просто очень рандомно зависит. Но тактика здесь... Нет, тактика есть. Ну, я два раза... Во всех наших полках всегда есть тактика. Не работает. Да, да. Все остальное. Может, был фрукт работы, ты там проставил, да? Ну, на самом деле, ты все особо внимания не привлекал, ты как-то проглядывал. Может, кто-то чёрный мой муж? Смотри, хуска. Я же не вжил, это такой заэр, он не с тобой и так далее. Меня вот это формально рабочая сборка, там может быть. Ну, у меня соглашались. Это, кстати, потому что там либо леса, либо... Опера. Да, там либо леса у меня в рабочей сборке, либо опера. По умолчанию. Я не помню, просто давно это было. Ну, такая в лесе даже нет. Стоп, а может быть реально на плюс-пункте будет? Можешь попросить кого-нибудь залить на файл-хост? Данил, например. Точно. Залейте кто-нибудь by the by куда-то, ну, в адекватное место. Сейчас я на блюфлухте посмотрю. Ну, короче, у нас доступ закрыт на блин, вики. Ни VPN что-то не работает.
заканчивается, он как раз и занимается. Ну, нет, типа скрываться там. И Фёдор, наверное, как не нравится. А я какие-то вот сделал. И в целом даже Андреевич, я, в общем-то, ПВЕ еще люблю. Я всех вроде чего. Ну, я... А, не, все, не надо. Ну, через брифлук, да. С дополнением только хрен знает какие. Там у девчонки их несколько, поэтому какое принесет, что и будет, соответственно. Качается. Давайте пока мы покажем топ-контент. Типа, ни хрена не помню, что они там играют на том вообще. А первый канал не играл, когда не знаю. Редар читал. Так, там качается? Да, качается. Ну что, кто побеждает? А, надо же сыграть. Я вспомнил. Ну, блин, ну, блядь, давай. Не дознаться. Как ты меня прочитал? Я же всегда это делал. Не надо сыграть. Не надо сыграть. Они нападали тебя? Это мега ком. Хотя бы так, да. Это же, блин, смотри, ты не сделаешь. Если сейчас будет агрессия. Ну, турнир, пацаны. Ты понял. Ты знаешь, потому что я сейчас свое лучшее показываю. Сейчас видел, на что я смотрю. Рандомный телепорт. Видите, Уходим в зеркалку. Один же можно заехать за квадратик. Давай. Я знаю. Как я тебе скажу? В парке. А человек который? Да. Я вот квадратик. Я вот на этой фотографии. Я знаю. А мы здесь за соло тут не видно. Сейчас ты видишь. Сервер ближе, радар или нет? Так же. Ну, короче, не знаю. А, ты прощал. Подожди. Типа на стол. А, да. Еще вспомнил, как вы делаете. Нет, за это... Я могу с вебки сыграть, пока пару попыток. Мышка есть. Блин, это мышка не ездит по этому столу. Стоп, она вообще не ездит. Она не работает. Есть вероятность, что я ее колой залил. Окей.
Вопс, говорит, то вопс. Блин, байзабай называется японскими иероглифами. Ну, типа... Так, она же не откроется. Да нормально, сыграю. Да не, нормально. Пока мы... кажется, не длинные на себе. Распространение фунгеймов. Блин! У тебя директплей не установлен, у тебя фунгеймы не запускаются. Придется ставить директплей. Вообще никакого софта. Ни для стрима, ни фунгеймов. А я понял. Блэк, я тебя забаню на своем канале. Дайте Crimson Needle, хватит. Хватит, пожалуйста. Когда босса пройдет? Когда-нибудь надо его начать. Ноутбук как декорация. Ну да, типа скачал на ноутбук картину, да, и повесил на стену. Я вам сейчас сидеть походить. А я даже не знаю, сколько директплей этот весит и сколько он... А, нет, сколько он ставит. Покажите экран. Ну сейчас все, весь софт. А смысл экран захватывать, если мы через окно будем захватывать? Сейчас еще лагать не будет. И, кстати, стрим в 30 FPS, наверное, надо 50 поставить. О, запустился. А игру вообще слышно, хотя хара без разницы. Главное, чтобы она не громче нас было. Что это тут пипец шум, это тихое кафе называется. Пацаны, да без музыки тоже сойдет. Я тоже. Ой, кто дальше дадите попыток? Кто дальше дадите попыток пройдет? Надо же растянуть окно. Оно не растягивается. Блю, какого хрена? Оно не растягивается. Я в окне всегда играю. Я тоже в окне, только я его растягиваю. Я просто вот так играю. Черт, как здесь управлять можно? Это жесть. Сейчас, дай попробую хоть пару попыток. А, by the by, господи. Точно. А я забыл, что... Я же не помню, это будет вообще. Чё? Нет, там справа было один. Да, со скайпом пронебили. А, это конечно. Котик окна прочти, а женщина кнопка. Фангеймы, да. Фангеймы все собирались. Ура, фангеймы! О, много. То зачем мы там все пришли сюда? Наконец-то проверяем на читы сюда у вас. Нет. Центр. Что? Дайте эксперту, соответственно, сесть. А, смысл? А потом я пошел. Девочки, да-да-да. Байзабай. Сейчас все будет. Да господи, этот... Можно без них, но тяжелее. Я ради байзабая. Мне кажется, ради FPS проседает. Я ради фангейма купер из дома. Да, FPS проседает. Чуть-чуть совсем. Очень чувствуется. Часов 300 у тебя, наверное, было. Ты так тирет прошел, ты бога почти прошел. Не, FPS проседает. Не, ладно, давай еще пару попыток. Давайте, короче, да, место игрока, место следующего. И да, меняется вот так вот по диванчику. Конвейер. Нет, давай попробуем. Стало пока.
FPS, я не могу с таким FPS играть. А фуллскрин можешь тут навести? Нет, нет. Это не сервис. Вот на сервис. Давайте здесь. А кто не растягивается? Я не знаю, как это делать. Не-не, а, галочку не ставит. А меня просто, блин, а, здесь не попасть. Да, так я не буду. Ну, сейчас покажет. Покажет мне. Да, Венж знает, а я не знаю. Я впервые в него играю. Почему-то Зорга требует, чтобы Венж прошел галлюцинатор. Потому что Зорга всегда в галлюцинатор играет. Короче, я даю себе 5 попыток. Венж следующий. Даже я играю. Привет, мама. Привет. Вот это Клава, посмотрите на эти стрелочки. Я и говорю, что стрелочки очень много. Хотя нет, нужно стрелочки. Нормально, хватит. Клёво. Свободно всем. Я как сейчас потом через час закончим. Через час похоронил. Я уже рекорд поставил пока. Ну, это 4. Как у 4 прямо? Сейчас до припева даю. Ой. Да. А я не играю. 5 часов 9 это играл. Это игрок без читов будет? А он что, фук не попал? Ааа, плохо влезал. Счет 3 попытки. Но это было лучше. А чтобы не смотреть. Ну, читай. Сделать самое сложное будет на этом плане. Тут все сложно. Нет, лично мне кажется. Не, ну я уже чуть-чуть привык. Может, ты привык на 60? Нет, еще 2 попытки. Здесь он прокидает, ну, ну, здесь видеокарты не могут быть. Ну, я, кстати, не замечаю. Ой, просад, просад заметил. Нет, там я через не сходил. Просто пониже. Последняя попытка. Давай, хайп. Давай, Вен же стыдно, значит я за него опять. Как тут вообще? Рекорды припасы. Поехали. Я доволен. Окей. Ну я до круга не дошел. Эй! Сейчас я на 3 припевах собьюсь. Я все знаю. У нас уже на команду видео. Я очень хреново читаю. Тем более. А ты на неровный стрельбок. Пришли тебе, скрейте его. Не знаю, что ты. А ты можешь джонку сыграть. Как раз закрыть. А Петя запись здесь? Все, мои 3 попытки кончились. Да, я хочу. Я умру сразу практически. Ты хоть немножко продержишься. Найс. Примес отдал нас. А где стрелочки? Зачем? Нет, дайте мне рандом, пожалуйста. И стрелочки. Веш не хочет ходить на камеру. Хэм поставить должен, если он не пройдет. Ну я сыграю вообще, типа умираю на первой атаке. Кстати, я давно на таком большом шифте не играл. Года, наверное, полтора уже. Я не знаю, как люди играют в таком мелком окне. Не, мне нормально. Да, все, меня разоблачили, я читер. Ну так надо. Дайте Бенжевайну галлюцинацию, алло. Бенжевайн, хочешь галлюцинацию играть?
хорошая атака и рандом хороший. Трупок. Меня еще никто так не называл. Дайте Венжу поиграть. Все хотят Венжа на стриме. Венж, садись. Да забей, все уже задианонились. За 10 тысяч долларов. Венж будет играть за 10 тысяч долларов. Сабскрайб. За 10 тысяч долларов. На каждого. Короче, проходит. А, там а, Венжи Дианон, я помню. Нет, с таким FPS-ом хрен поедешь. Я чувствую, что я просто... Не очень слабо. Я заметил. Не, лично для меня это как-то слишком заметно. Я постоянно где-то во всё... У меня даже медведь иногда прочитает. Медведь просто криво написан. Не прямо написан. О, процесс. Это блин. И почти же... Коридар, который вообще на первом ребенке. Говорит, что пункт управления был выпадет. Да, мне повезло. На серов нормально. Так, надо делать. ФС сойдет. Так, торговое кольцо. Я не могу читать эту атаку. Для этого нужно 9 часов проиграть, да, Коридар? Да, я эту атаку начал читать примерно через полчаса. Она довольно легкая, если ты знаешь, куда смотреть. А, я играю. Но нет. Я даже до первого крупья не дошел. Я, по-моему, меня на этом наводящиеся яблочки, которые от круга опускаются, они отлетают из стенок. Я не знал, когда по музыке наводиться, потому что она не в воду наводит, а когда-то посередине. Да. Я от нее раз пять сдох и не забил на Вайзбайт. А, подожди, же чат. Вайзбайт на чтение он прям тренирует чипам, и он не слышит. Я немножко. То есть вот, мне вот это больше всего понравилось, потому что яблоко достаточно быстро, чтобы ты не мог, ты должен читать наперед. При этом они медленно летят. Есть велико разница. Вечно нормально. Мне нравится. Именно припев прикольно. И она... И она уже в плейлисте, в общем-то. Поэтому у Авойда много проблем. В частности, баланс атак ужасный. А здесь да. Кого бесплатно? Да. Вот, то, что вот между двумя припевами, просто отразить. Ну, я, кстати, да, но, на обоих если буду как... бафать примерно 6 атак вот по той же самой причине, которую сейчас мы даем. Мне не слишком легкие механы. Ну, не тупые, не в букеты не ставят атаку. И припивы очень белые. Ну, Даня как раз про припивы сейчас сказал. Ну, тут явно плохо. Давай, равно не... Просят, ну, типа, тапка просят поставить, качать эту галлюцинацию. Но Бенш вроде не особо-то и хочет. Бенш, давай. Ну ты должен показать, как детям так нравится. Да блин, да господи, чат, дай скачать. А это им. Самое хорошее, что можно создать это гелайдер, это что-то будет быть очень просто. Может быть где угодно светиться, вообще ничего не будет. Вот я, по крайней мере, так скажу. Поэтому я как-то перестал париться. Ты можешь ходить полностью за голову здесь, еще даже никто не скажет. Но, как бы, я настаиваю, если тебе реально чему-то не нравится. Не, ну у некоторых людей есть реально. Я тоже, извини, страх публичных выступлений есть. Стримы — это публичные выступления. Да, ты, блин, скачал, перед локальной тусовкой в 5 человек, ну, соответственно, хорошо, выступаешь. Хорошо, делаю 3 попытки и даю бенжу. Почему ты понимаешь? Хорошо. Да, они на вас даже не смотрят. Да? Ай, пофиг. Да боже. Две попытки. Я говорю, я сейчас дам бенжу. Меня смотрят меньше, там встанет человек народу. Хотя и то, я вам круг поиграл 8 минут, было нормально. Она встроена. А, она встроена. Да. Что сделаю? Я тут все разные. И сообщение ниже. Не, я. Есть. Я время спустил. Или специально отключили сейчас. Венш, давай. Нет, играй с вебкой. Нет. Я с вебкой играл, понимаешь? Давай, отсюда играй. Оп, чуваки.
Да ладно, уж это нормально. На шапку минимально шапку. Блин, я еще плохо яблоки эти вижу, как было. Уже поздно. Да я не одинокий просто. Как можно быть одним из своих фоткой на лакарке? Да. Я люблю торговать. Всем привет. Потому что ты, у тебя лицо Ленина, у меня было лицо Елены, я тоже им торговал. Ты больше на Юлию из Гридали похож. На Юлию из Гридали. Похож, но, по-моему, Юрий откуда-то с Ленина и рисовался. Бенж проехал, да. Бенжа уже спалили. Бенжа Вайн боится в читах. Пишу, что Бенжа Вайн боится в читах. У нас будет контент на стрим. Для целых 20 человек. Ты, конечно, понимаешь, у тебя на стримах больше бывает. Требует Бенжа. У меня максимум 11 пол было на стриме, когда меня судал, что ли, просто. Я не знаю, может, меня судал ни разу не просил. У меня под 20. Не, у меня где-то под 20 было, когда меня кто-то заходил. Я вот, кстати, не было. Да, я видел, я подумал, что... Я очень хочу на что рулетку. На самом деле, это не стрим. Не неделю. Неделю. Это много не стримит. Ну, я не знаю, может, ты здесь зарекат. Ну, никогда ты Арзе стримил. Не, у меня всегда рулетку много смотреть. Арзе стримил. Катрин. Катрин начал, у тебя очень подумал. Может, да не, в принципе, тогда К3 кайфово. Прикольно, я что-то даже вебка твоя не видится. Да нет, я закрыл вебку, Бен, что вы? Маска. Надень очки. Да. Говорили, что мне очки не нужны. Я боюсь, они... Надеть капюшон. Опусти капюшон. Можешь их даже носить, там не линза, а стекло. Это фантомы очки, это фикс. Ну, вообще-то у меня зрение плохое, я просто ношу очки, потому что мне нравится. Хорошо, сейчас. Последняя попытка, by the by, галлюцинация. Не, ну... А тут все глазы не решают. Окей, хорошо. Галлюцинация. Можешь испачкаться. Да единственный раз, что у меня надел очки, если я сразу же сказал, не носи больше никогда. Я очки даю. Чего там? А, галлюцинейшн. Верш просил. Не играю, да хватит делать. Нет, Нет, просто мне так удобнее будет. Я пару попыток сделаю для любимого нашего зорга. Смотрите, нидл с первой попытки. Я не могу это так начинать. Обидно. И мои волосы задеваются. Да, господи. Так что не спаливай это делать. Хорошо, бай мне снизу. Да, интересно, на реакцию посмотреть. Я не знаю, как это атаку читать. Ну, там надо все и проверить. Хорошо. Я еще не люблю атаки, которые просто кто-нибудь... И у тебя есть примерно пара миллиметров, чтобы ее прочитать. Вот эти атаки я не знаю. Ладно, хорошо. Подключаем вебку. Мне первая не нравится, а вторая. Первая это обычно уголки и сверху. Выключили. Ну блин, ну это классно. Давай, 10 попыток тебе хватит. А дальше обратно. Блин, а если мы F4 нажмем, то оно... Там на стриме все сломается, наверное? Там скорее всего собьется, все нафиг. Очень большое типа поделить. Нет, сломалось. Ну да. Ой, ну ладно, давайте попробуем.
Там отдельно это надо настраивать. Какие бинды на веб? Я понял, почему вверх ты свой выпасть в 3. Если он сейчас сойдет, то иначе он скажет, что это не он играл. Ну вот она и слетела. Ну тебе рояль, она при нем будет. Не, это трэш, конечно. Плохой микрофон. Да. Хотя я первые 30 часов медведя прошел по мне играл, я не знал, как у него растянуть. Не, мне нормально, я уже спутал. Ну понятно. Не, я понимаю, что дело привычка, если ты в фуллскрине играешь, что, блин, вот такой похоже по трэш. Я где-то около 60. Ну, нет, так, да. Да, и нога чуть сложнее. Все начинают с нормальных игр. Все окей. Я один наркоман, который с медведя начал. Да, мне 23. Не, но тут я еще не пройду. Мне изначально почти все. Мне не нравилась игра, потому что я не могу играть. Не, в этом-то мне было всегда скучно играть, и как бы скилла в них вообще не было. Я уже когда-то говорил, что я пересмотрел на ютубе, наверное, почти все Avoidance. Ча, если полскрин включить. Для одного дела. И мне понравились интересно. Это I Wanna Be the God, I Wanna Get the Good Luck, I Wanna Be the God. Я написал про медведя в чем Судава. Судав сказал, что когда-нибудь будет, то соответственно нет. Хотя я видел, что это вообще не Avoid, это, блин, роботы только его проходят. Я офигел, потому что медведя. Вот. Я офигел от этого, такой, типа, вроде ж читаемо более-менее, все, судя по видео, до хрена. Вот. Я сюда, соответственно, нет, все, нахрен, соответственно. Редайер мне на это дело сказал, что не, я ничего не пойду. Я такой, вообще, если я не пойду, то, наверное, буду с ним спорить. Редайером в итоге был спор. Если я его прохожу, Редайер тоже его гриндил. Ой, нет. Погриндил пару часов. Нет. И потом сказал, что просто умеренное количество времени. Так что я... Ну, на самом деле, без разницы, так что включил нормальный захват. Нормальный захват. Если не пойдет... Три без веб? Если не понравится. Я так стримил уже. Я вспомнил эти стримы с Ахмеда. Там, где получается то, что битрейт был около 10, что ли. Одни квадраты. И типа, avoidance какой-то играет, довольно-таки жесткий, там много чего. Антизаход. Я его рано или поздно пройду. Я же уже до середины Avoidance дошел. Это, понимаешь, что хоть мне интересно. Я понимаю. Я до середины пианино дошел на первом. Окей. Я пианино там дальше медленно прохожу минут за 40. Зависит еще от сложности, как она будет зелена. Я сейчас плотно дальше прохожу каждые 5 минут. Раньше я на начало ходил. На всех атаку пройду. Давай, хотя бы один раз. Я пару раз ее проходил, у меня на... Не на этом стриме, конечно. Я ранайка или был. Давайте... Лол. А какой я ранайка? Avoidance is not another magic tower game. Ну, какой-то там мемный, но я не видел. Он довольно забавный, но мне вообще не нравится. Ну, я буду походить. Не, короче. Окей. Ладно. Хорошо. Кто будет в галлюцинацию? Давай я попробую. На галлюцинацию я думаю. Сказал, ты прошел галлюцинацию? Я еще играл уже на первой версии 1.0. Ну да, я помню. Потому что рано. Не, я растянул. Блин, тачпады тут. Не
никогда так не играл. Я вот на Avoidance лично полскрин это вообще норм. Я сейчас иногда мониторчик прибегаю, а потом понял, что нафиг надо. Не, ну я обычно просто не выезжал, наверное, из-за этого. Хотя там тоже пиксельные прости, там нужно прям видеть, где ты стоишь. Ну там в основном по ощущениям скорее, не по вижен. Не знаю, мне Avoidance тоже чисто по ощущениям. Нет, у меня Avoidance чисто потому, что я вижу, я это проверял. Если я, ну, начинаю улучшать, то я начинаю гораздо хуже проходить атаки. Так, я страты не помню. Ой, тут, ну, да, ну, тут, конечно, кулатура неудобная. Когда обойти на белые обои? Чего? Когда обойти на белые обои? Низкий уровень заряда. Доставай зарядку. На синхрон пошел. Но! Что это такое? Читы! Это самое лёгкое. Нет. Это лаги. Лаги. Пошёл заряд или нет? Наверное. Ну, не обязательно, если не плохо. Нет. Я только что-то делал. Не, ну FPS, кстати, проседает. Там надо было, чтобы типа детектор линейка по звуку была бы вместе с звуком. Условный таймлайн, и, соответственно, только еще со шкалой звука, я понимаю. Которую, причем, лучше еще желательно, соответственно, не просто читы. Говорят, как в Audacity, например. Сюда, где читы скачал? Мы с Караоном сговорились, я, короче, знаю хаткейны читы. Там ничего нет. Мы с Джаном сыграем? Джаном сыграем? Самое сложное было, типа, перевести атаку из того, что это было не было. Вот там, где пирамиды выдвигаешь. И надо, чтобы она не разрушилась. Короче, ты проиграешь. Ты же войдешь все. Ты даже по башне не попадешь. Молодец. Ну, то есть, атаки, которые я придумал, я довольно быстро закончил. Даже самую проблемную, которая у меня была. Ну, мы тоже построили. Лунара? Не, Лунара я не буду тут построить. Не, я запустил бы, но это качать, и там, и сейф тоже. Сейфа-то нет. А если бы ему это... Хорошо. Или фикшн наверх Редайра. Да ну, но, не, ну это, конечно, я привык мелкие прыжочки делать, когда мир думается, а тут невозможно. Вы слышите щелчок по клаве, и он не всегда срабатывает. Да то, что мы по клавиатуре узнал. Благо, я первые полгода играл именно на такой клаве. Не надо же сравнивать и сделать. Упаковка сам себе. У нас это балансинг, и я некоторые там не ходил, и они мне в итоге не правильно, чтобы я не балансинг, и понимаете, что не ходил. Мне сейчас пора, так не нравится, но я уже придумал. Есть предложение в джангу сыграть? Что это такое? Короче, ты выдвигаешь по звену каждый ход. Главное, чтобы башня не сломалась. Сейчас бы на первой атаке умереть. Я бы на команде соответственно поделал. А как она может сломаться? Легко. Да. Ну, поэтому я вижу, что тоже можно. Но если ты вытащишь из одного ряда все штуки, то там позволит. Ну вот, как всегда. Ну, как всегда. Ну, как всегда. Ну, как всегда.
подходим постепенно, если нам нужно, и вот это. Там и совместная работа по композиции, и всего этого дела. Отлично. Нравится, да. Отклик? Нет, да, я тоже. Короче, если кода скинет мы с Рейбом на пианайке, я могу целый пианино еще... Ну нафиг. Серьезно. В принципе, да. В том числе, да. Но это как бы очень интересная часть. Основного карутина, типа, давай... Что говорю? А кого? Потянул. А, потянул, например. Создать нужные объекты. В этих объектах написать можно. Тубино! Фабино, какого черта ты меня не узнал? Что за трэш? Вижу, да, так. Что в базе бая, что здесь. Вторая атака трэш. Ой, Максим приехал. Третий вытащил. Нужен был два фрейма, пришел к телу пять. Да. Надо как шахматы пробовать, чтобы не прокидывали. Это что? Так, нафиг. Побинаш, я здесь рабочий день. В Новосипе, я думаю. Ты что, заходил, блин? Нет. Вы играете? В эту партию. Что надо делать? Ну, вытащить, поставить, нет. Вытащить, поставить, не упал. Ух, мне неудобно, я буду через камеру тянуть. Ну, вот, я поэтому... Дальше? Да, господи. Ты не можешь на атаку пройти? Нет, я ее не читаю даже. Хотя нет, читаю, в принципе, она довольно несложная для чтения, но глава, по крайней мере, точно не позволяет нормально. Я ее у себя на стриме никогда, в принципе, чтобы и не проходил. Подождите, они... Я не знаю, как поел. Да, сейчас, ну, что? Ну, рояль никто не точно. Не, рояль отскучно. Рояль уже был. Рояль на мейте отскучно. Не глы не скучно, каппа. Говорю, не глы не скучно, каппа. Хотя на здесь не глы это нереально будет. Так, ты проиграл. А ты выбей ее. Так, очки. Надо было его и так скачать. Ну, хотя там паттерны. Я вообще вторую атаку не могу. Ты долго там не был,
А, ну, у меня парковка до 23 часов. Я чуть раньше по стенам. Мне тоже на метро. Как я знаю? Ну, ехать не час. Примерно. Сейчас почти 10, но еще минут 40. Я где кошка? Играем в Дженго на выбывание. Это мне. А, тебе это. Да. А что же тут за клауд-то? А. Ну, он предлагает нам сделать экран жидким, да. Типа мемный коллаб. Нет. Что я могу сделать, Джитурик, господи? Никто не хочет, Зорг. Проиграешь он шрек. Да. Правда? Пришли рандом, и я еще умереть умудрился. А там типа не надо уметь, типа не помогаю. Типа как сделать по одному стейку. Не буду спамить тогда. Экстра полкана тут нету третьей камили, но я, если бы эту какнутую эту версию Редайра скачать, то в принципе там же без сейва Редайра. Твоей К3 можно без сейва играть? Типа сразу. Типа там F5 доступно сразу. Нет? До сайбера дойти. Ну, типа можно, но... Почему? А как ты варфы еще так варфы? W, курсор. А, курсор? Да. Поэтому 10 минут. Ну да, то есть как это план туда. И тебе а, нет, нужен. Ну типа практикуешься скачать проще, чем скачать обычный сексак. Не полезен. Не знаю, короче, типа, каприз сейва на фигня. А, нет, видите, сразу. Нет, короче, практиковочную К3 нет сейва. Кстати, стоп, да, а практиковочный К3 сейв же не надо, ну пофиг какой, да? Не надо фиксить? Фиксить сейв не надо там? Практиковочный. Надо. Да, ты что, не мог удалить систему? Зачем кепи надо? Ну, знаете, это просто... Играть в Войден под Цоя. Давай, короче. Я вообще трону не стою. Ну, я знаю, да. Да.
Короче, я не знаю. Если кто-то синий, то я скачаю. А так я не знаю, где скачать. Капс. Sorry, sir, please. Ну ладно, пока. Рип. Я профессионал. Я китаю. Не, я вообще не могу галлюцинацию играть. По крайней мере, на этом навыке. Да нет у него кого крутить, крути. Очень не надо. Ну, значит, без кадри будет. И слава богу. А ты здесь быстренько взломай. Я могу в свое облако тут зайти. Но тут я восьмерку поставил, потому что на десятке драйверов нет, наверное. Короче, смотрите, знаете, какая стримная смотрится? Короче, через стримлинк. Вот официально прога твичана, короче, подлагиваю. И вот тут видео проходит. Но я, короче, через стримлинк открою. А какой пароль от Wi-Fi? Какой пароль от Wi-Fi? Местный тайм. Привет, Финочка. Тоже меня бесит вторая атака. Зорга, плиз фикс. Почему под напоследнем круге постоянно? Найс. Ой. О, это же не было. Что именно? А, пульки, да? О, это кажется без контршутера. Контршутера это Альцедал. Я, короче, был C-плеер и чате. Я вот так сообщение не видел половину стрима. В оригинальном приложении на Android там вообще нет для стрима не видно, когда пишешь. Тут потом смайлики есть. Где же мы стримеры? Ну, вообще, да, мы снова там до этого мы играли в столки, так что да. Не такой стереотип на мой.
Так, ладно, если так. Отдых у тебя. Так, у меня 53 удаленных опций. Вот теперь. Блин, у меня так нету. Давай, давай. Вот она, катки выжить. Пожалуйста. У тебя флешка есть? Ну вот есть на телефон. Вертолетик смещал мне пойти. Ну что это за рандом был? Мимс, где? Где мышка? Так, а где в Твиттере, да? Рипстрим. Нет, это обновился. Дропы какие-то жесткие. Так, почему Твиттер розовый? Где тут? А где поезд? Стоп, что это вообще такое? Это Твиттер? Стоп, а что он другой? Давайте лучше джемпы тогда на стрим. Типа, в фан-гейме мы всегда сможем поиграть. Да. Как хотите. Но как по мне, это скукотища полная. Что это за ясно? Да ладно, до меня ход дошел. Вот. Сейчас теперь основной квест это положить наверх, а не только найти ручную. Да, так нельзя вроде. Next. Просто взял и положил, вообще пиздец. Стабильно. Я раз пойму на нее, думаю, стабильно. Не, мне кажется, вот теперь точно больше одной не положу. Ну, попробуй, я думаю, в принципе. Это... Я дал вам шанс. А мы что делаем? У нас другие правила. Скажи, это 40. Ну,
А мы сейчас это делаем. Это не табурет. Я боюсь, что мы сейчас играем где-то. На столе. На столе. Да. Так что Зорга что-то не так, Зорга. Мы играем, а он говорит, что не играем. Он где-то набрал. Победу в чат, пожалуйста. Он сейчас еще поставит. Вот я за руиню, скорее всего. Я хочу дать шанс. А, это что, что не надо? Я хочу. Я дал шанс. Ой. А, что, еще одну? Давай. Со всеми, так со всеми. Перестраиваем тогда. Давайте уже все-таки, блин, по центру ее хотим. Тут она на ногу свалилась. Да. Шорт-контент хайп все руинит. Оптимистичный угол. Так, все поместились. Кроме Ванжи. Чем больше игроков, тем меньше шанс, что ты проиграешь. Видите, а Зорг еще узнает, что мы не выравниваем. Так. Ё-моё. Вызыгнобит. Сейчас он узнает, что мы еще не розыгрываем. Что здесь это команда движения? Они разные. А некоторые из них деформированы чуть-чуть, потому что на них написано, что... Центр тяжести смещал. Чарли плюс Найдж равно Черепок. Может, там что-нибудь тоже написать. Найджел тромбонист. Опа. Все. Кто заруинил, тот ходит. Давайте. А у вас первая попытка в игре? Да. Это я возьму, спасибо. Только не начинается. Я понимаю, это интересно и все такое, но... Не, так не интересно. Все, играем типа макроигру. Без близких. Ну ладно, или нет. Ну, кстати, не особо. А надо будет. Она стабильная будет. Конечно, будет. Что ты спрашиваешь? Мы играем все, а ты что-то спрашиваешь, будет или нет. Что будет? Ну, дойдет ли до него вход? Это, конечно, вопрос. Ладно, Судав, что думаешь? Сейчас это уже мое. Мы уже. Я думаю, Судав мог быть. Только на один угол. Самый опасный. Не самый, на самом деле. Да, на самом деле. Если на оба угла, то это полная жизнь. Нет, Венс ходит. Венс? Давай, да ходит. Что значит нет? Нет. Нет опций, нет. Отберешь, ставишь. Все, все ставят, и ты ставишь. Давай, Сталис. Вот в нормальном коллективе этот человек отвечает за то, чтобы разливать алкоголь всем. Ему нужны скиллы есть для этого. Типа вот так? Да. Так, пынь! А что, если вытащить идеально, и она упадет, то, в принципе, нормально. Я... А? Фак. Да, плевать назад. Я справлюсь. Давай, давай. Это будет. Плевать. Я на улице. А ты можешь меня тоже вытащить? Я прошу. Лучше за всех сейчас пойти. Это же не для... А, так можно? Так нельзя. Не, ну это какая-то кривая уже. Окей, хорошо. Нормально стой. Они уже выпивали. Да, трезвая джанга. Да, угадайте, кто сколько алкоголя выпил на стрим. Тот, кто выиграет, получит, я не знаю, 100 яблок от суда. Блин, у кого рокет? Окей, Немку, ради тебя. Не тебя. Бери, ставь. Ну, где она? Вообще офигеть. А там что? Это да, это лично. Че так вообще? Бок-чампы в чат.
Мне кажется, ли эта пирамидка находится на одной детальке сбоку? Может быть, сейчас проверим. Пункт 0, я отгадал, дайте яблоки. И где Покчанпы? Да, на первом деле. Сейчас вот так вот построим. Сейчас вот эту выбить. А, там две. Трю скиллы в зус. А, она просто двинулась. Вот это лучше не надо. Конечно, это был я, это был я. А почему там? Ну, потому что когда одну из них пофигачили оттуда щелчком, то такие эффекты бывают. Ну да. У меня руки трясутся. Почему? Потому что у меня тремор. Да, логично, логично. Сначала выбиваем лишь, а потом просто только лапаем. Весь скилл ушел просто. Да, потрачен. Play of the game. Ты такой повтор замедленный. Я третий. Пойдем? Можно все пойдем? Можно все, можно все пойдем. Ну ладно, давай. Да, тогда разбираемся. Фотография. Все равно Play of the Game уже поставлен. Да, на стриме, соответственно, фотография. Все, всем пока. Хайп продолжает сидеться на всех тусовках.